Так, ну что, доброе утро. Утро нового дня. Мы снова живем. Завтра чемпион. Завис, как дела? Тебя опять снимают. Такое здесь. Цель, короче, дома сильно дорого. Ну и, естественно, за эти деньги получили. Не сильно дорого. Но не сильно хуже. Доп. Город мексиканский, вблизи Сан-Франциско. Так, это все выглядит. Типичные американские улицы. Ну а мы завтраком собираемся и едем в Секвой парк. Потому что вчера у нас не получилось, были проблемы с погодой. Я думаю, что сегодня у нас получится. Так, ну все. Мы выезжаем. Давид, давай, залезай. Иди сюда, здесь поедь. Да нет, так все. Отлично. Одну машину мы оставляем, в итоге мы снова пробиваемся в парк Секвойя. Нас не пустили на самой верхушке, потому что там прям зима-зима, снег. А мы все на летней резине. Нас развернули. Мы снова уехали вниз. Наше приключение продолжается. Вроде бы не должно быть, да, но все же. Сейчас приехали на заправку. Купить цепи. Надеваем цепи и вперед. Так, ну что, вот мы и заехали в Секвой парк. Первая точка, смотрите, здесь уже зима вообще. Высота 3500. И первое дерево Секвое на въезде такое огромное. Без цепей здесь не пускают вообще. Все на машину надевают цепи. Такие специальные приспособления. Фига себе, это большое. А это два. Борода. Здесь такая местность. Видимо, здесь прошли пожары. И все выгорело. Деревьев фактически не осталось. Но впереди где-то есть большие пни. Больших секвой. Сейчас мы надеемся, что мы дойдем до этого места. Но видно, что пожары были сильнейшие. Так, ну что, мы до деревьев не дошли, потому что там большое очень расстояние, мы прошли метров 300 примерно. Сугроб по колено невозможно. Карим остал заплакать. Что, возвращаемся обратно к машине. Сейчас поедем к большому дереву. Ha ha ha.
ребенок первый раз увидел снег. Давай, прыгай с разбега, беги туда, Давид. Давай. За. Давай, давай, вперед. Бойся. Ты самый большой, да. У меня даже мурашки по телу, когда я вижу такие деревья. Это просто. Да? Ребята, это просто уникальное место. Это не передать словами, насколько какая здесь мощь. И я так понимаю, почему их не срубили 100 лет назад, потому что было. Смотрите, проход через дерево. Я то есть могу в полный рост прямо идти. Сейчас вам покажу. Прямо идти и заходить в дерево. Это с ума сойти. Вау. Я просто нахожусь в дереве, которому тысячи лет. С ума сойти. А, ладно. У меня просто нет слов передать вот это все, что я вижу. Даша, он сейчас будет черным весь. Давид, представляешь, ты находишься в дереве. Это дерево. Слушай, я в таком шоке просто. Такого представить себе не мог. Но здесь, конечно, приложилась рука современности, людей оставляют свои имена. Ребят, только ради вас иду на преступление. Вот здесь вот табличка. Залезать нельзя. Но, естественно, я не ослушался. И решил подойти поближе. Оно такое мягкое. Я иду, Давид. А что ты полез-то? Вот я! Ну вот мы и покидаем это уникальное место, парк Секвойя. Сюда пробивались 3 дня. Нам на пути вставали непогода, всякие трудности. Но вот мы здесь побывали. И нас Секвойя парк провожает таким туманом. Ребята снимают шипы с колес. Хотели кому-то продать, но скорее всего оставим их себе. Главное в нашей жизни эмоции, которые мы получили сегодня.
Так, и все, мы пошли на дело. Ну так, мы идем воровать мандарины. Так, где у них пикет просто были? Я не знаю. А вы где? Иу! Мандарины, отдай сюда. Нормальный, бери. А как вы крали тогда? Бери, они нормальные, да? Да, собираем, там собаки. Где? Собаки? Ну, мы подальше стали, там собаки были. Одна. Давай, я держу вот здесь. Угу. Ой, проси. Поглади. Вот такая дырка. Мандариновая. Смотрите, он еще в очках, чтобы не узнали. Да. Все подряд заебать. Ну, да. Да, конечно, брат. Да хватит, так что на просто. Пока я даю. А это воровство считается или нет? Все, давайте пойдем. Это. Мелкая хулиганка. Все, пошлите. Оп. Там машина едет, я все время, да? Да. Машина едет. Да ладно, все. Бежи! Вот так вот воруем мандарины. Я еще выбежал, провод выронил. Сейчас он там нас. Забавно. Много времени, показали много интересных мест. Ван лав.